Картина «Три философа» является одним из значительных творений художника. Интерес к портретной заостренности не характерен для творчества Джорджоне. Это вовсе не значит, что его персонажи, подобно образам классического античного искусства, лишены какого бы то ни было конкретного своеобразия. Это не так. Его волхвы в раннем «Поклонении волхвов» и философы в картине «Три философа» отличаются друг от друга не только по возрасту, но и по своему личному облику, и никак не похожи ни характером, ни темпераментом. Даже внешне они различаются друг с другом. Все же философы при всем индивидуальном различии образов в первую очередь воспринимаются не столько как неповторимые, яркие, портретно охарактеризованные индивидуальности или тем более изображения трех возрастов, сколько как воплощение различных сторон, различных граней человеческого духа. Три философа, изображенные художником в картине, интригующие неопределенно. Юноша в белой рубашке и темно-зеленом плаще, в котором воплощенный лирический образ, настолько неповторим, что невозможно не заметить сходство с автором. Старцы, мужчины среднего возраста, представленные рядом с темной пещерой, предположительно на фоне заката в горной долине, могут быть и тремя волхвами, и аллегориями разных наук, и, наконец, фигурными воплощениями трех разных эпох в жизни человечества. Данная трактовка в полной мере относится и к картине художника «Три возраста жизни». Самым логичным выглядит интерпретация, когда трех философов ассоциируют с некой аллегорией преемственности. Старый философ, возможно, Платон или Аристотель, как представители древнегреческой культуры, передают свои знания юноше, олицетворяющему молодое итальянское возрождение, но делают это через арабскую ступень цивилизации, которую представляет герой среднего возраста, возможно, Ибн Рушда или Авиценна. Колорит и композиция красок характерны стилю мастера. Мастерское использование колористики делает картину еще выразительнее и композиционно выверенной. Три выступа скалы, на которых стоят персонажи, являются символом трех ступеней развития философии. Две стоящие фигуры мужчин в одеянии с мощными вертикальными складками насыщают эмоциями покоя. Темная скала слева гармонично уравновешивает правую сторону картины, где собрались философы. Окружающий пейзаж картины очень важен в полотнах Джорджоне. Глазами мы словно двигаемся по маршруту, который задал нам Джорджоне еще 500 лет назад. От ярких красных, золотых, белых одежд героев к загадочной темноте пещеры и вглубь картины, где интригующе синеет гора. На дальнем плане угадываются очертания деревьев, еще дальше гора, исполненная в неожиданном синем цвете. Ближний план тоже богат. Здесь можно заметить скалистые уступы под ногами у философов, голые стволы деревьев, особенное солнечное освещение. Все действие разворачивается на фоне черной пещеры, хранящей неизвестность. Одну из ведущих ролей здесь играет скала и пещера в ней, которая занимает большую часть полотна. Именно к ней устремлен взгляд юноши, который находится к ней ближе всех. Известно, что Платон связывал человеческое сознание именно с темной пещерой. Словно пленники пещеры, люди считают, что постигают мир посредством органов чувств, при этом суть вещей им не открывается.
Джорджоне прожил короткую, но насыщенную жизнь, и через год после представления картины три философа заразился чумой и умер.